с 8 часов, и полынь загремев навернулась в московские воды. Я глубокий, я был готов, что не скажешь о тех, кто спешил, как дурак на работу. Я уже пошел на балкон, хотя в доме моем отродясь не бывало волков. Кофе, трубка, дороги в дом, неплохое начало. Зачем ты играл против нас в этом театре абсурда? Вот и закончен твой век, а ты так и не смог научиться приветствовать утро. Нам не нужен твой пир, мы не нарушались на хлеб, мои мудрые слезы. Вот и закончился мир, теперь ты видишь, мы не представляем угрозы. Вечно голодные толпы и слуги народа, вы зря подбираете дверь, вам не укрыться.